Всем привет! Небольшое видео, отзыв по часам спустя, но спустя уже приличное время. Блин, сколько я ими пользуюсь, вот даже и не посмотрел. Значит, пользуюсь практически каждый день. Ношу их, использую как часы, во-первых. Ну и во-вторых, как счетчик шагов, там километров, всего остального. Значит, смотрите, вот, без всяких вопросов, стекло не царапается. Пластик вот в отличном все состоянии. Сами часы целые. Не сильно бережно как бы я ими пользуюсь. Но в обычном режиме. Лишний раз не снимаю. Под воду понятно, что не опускаю. Снимаю, когда руки мою. Аккумулятор держит, сразу скажу, около недели. Если отключить измерение пульса. Постоянная есть такая функция. Там через каждые 15 минут меряет пульс. Если эту функцию отключить, аккумулятор продлевает свою жизнь до заряда где-то еще, ну, еще, наверное, дня на 3 увеличивается. И что самое главное, что эти часы стали, ну, как бы сказать, уже полноценными GPS-часами, потому что показывал я вам в первом видео, что в приложении не было поддержки Google карт. Сейчас все это дело есть. И все это дело работает. И работает все это дело классно. Китайцы прислушались, внесли доработку в приложение. Вот, нажимаем exercise, упражнение. И вот сохраненные уже бег, треки сохраненные и наложенные на карту, на Google Maps. Вот давайте велосипед посмотрим. Нажимаем. Вот трек, полностью наложенный на карту. Можно так повернуть. Так. Улицы. Ну, то есть полностью Google Maps, Google карты все показывают. Где вы были, по какой улице двигались. И ваше местонахождение в данный момент. Вот, пожалуйста. Все четко, все классно. Все работает. Это один, я считаю, был минус. В данных часах, что приложение не поддерживало карты. Сейчас приложение поддерживает карты. Все классно работает. В общем-то, часы, цена, качество. То есть, по цене они вполне доступны. И по качеству, и по функционалу все классно работает. Вот вчера я практически полдня пользовался GPS-ом. То есть, поиск спутников был включен. Аккумулятор как был заряжен полностью. Так и вот по сегодняшний день ни одна шкала не просела. Поэтому ссылку на полный обзор, потому что информации много, по функционалу часы богатые. Ссылку оставляю на полный обзор в описании к видео. Переходите, смотрите, кому интересно. Там же я показывал и полный обзор приложения. В этом видео просто оставил свой отзыв по истечению времени пользования этими часами. На сегодня все. Ссылку на часы тоже оставлю. Цена их упала. Если в прошлый раз я их покупал около 60 или 56 долларов, то сейчас они уже, ну, прилично подешевели, стали еще более доступны. Покупаете что-то в интернете и думаете, как сэкономить? Начни возвращать часть денег с покупок в онлайне. Зарегистрируйся в кэшбэк-сервисе EPN. Пользоваться сервисом очень просто. Достаточно выбрать нужный магазин на сайте epn.bz и совершать покупки, как обычно. Кэшбэк будет начислен автоматически. Вывести кэшбэк можно сразу после получения товара. Выплаты доступны на электронные кошельки и банковские карты без комиссии в рублях и долларах. Регистрируйся в кэшбэк-сервисе EPN и будь счастлив. Всем удачи, до следующих видео.